даю огромное количество роликов. Конечно, мы здесь не можем их все просматривать, но я просто надеюсь, что вы будете, когда готовиться или просто просматривать материал, воспользуйтесь, то есть послушайте и на русском, и на английском эти вещи. Да, ну вот теплообменники, вот они идут у нас, один из видов теплообменников я на английском нашел, да. И мы потихоньку подходим к градирням. Да, вот когда, если рассматривать вообще систему воды, да, водоподготовки, которая вообще вода, которая техническая, которая циркулирует, зачастую сейчас все-таки все направлено на то, чтобы меньше гадить. И поэтому, ну, уже на самом деле это очень давно, особенно в вредных производствах, те, кто работает, ну, я не знаю, там, особенно в цехах, то есть когда там вредное производство, вот эти, чтобы не сбрасывать в бытовую сеть городскую, обязательно заставляют строить всевозможные очистные. И самое простое, то есть, да, вот это градирни, да, они, конечно, играют двоякую роль. Они, с одной стороны, охлаждают воду, которая нагревается технологически в ходе там, технологического процесса, а с другой стороны, они частично ее и очищают, то есть воду. Вот. Поэтому слово градирни, да, cooling tower, чтобы у вас было. Я вам честно скажу, что я вот много лет назад, когда столкнулся, да, ну, я не хочу никого позорить, но иногда инженеры, то есть, да, а что такое градирни тогда? Что такое градирни? Ну, не сталкивался и как бы не знаю. Вот. Мне кажется, что мы должны знать, что такое градирня. Их тоже несколько видов, то есть есть огромные, есть поменьше. Да, вот я вот такими сталкивался в свое время на предприятии металлургическом. Но есть такие огромные, да, вот, которые, вот, посмотрите фильм, мне кажется, там неплохо все это дано. Опять даю на русском и на английском.